Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи с Днем России. Для того, чтобы ребята смогли принять участие в региональном онлайн-проекте «Прокачай лето», где для них подготовили образовательные и развлекательные программы, им передали ноутбуки. Из-за эпидемиологической обстановки в регионе встреча прошла в режиме онлайн. Рад, что имею возможность поздравить всех вас с нашим праздником, с Днем России, днем нашей великой, прекрасной, необъятной Родины. Я очень рад, что этот праздник все расширяется, приобретает новые традиции. И, может быть, одной из таких традиций станет наши с вами регулярные встречи. Да, конечно, хотелось бы, чтобы мы встречались не в режиме видеоконференц-связи, а очно, лично. Ничто не заменит никакие компьютерные технологии человеческого общения. Ну и через видеосвязь встреча получилась теплой, живой и праздничной. Не обошлось и без песни. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Просто молодец. Вот я видел, что все невольно стали петь. Во всяком случае, все, кто здесь, все, кто вот сегодня видит нас. Замечательно. Ко встрече с губернатором Самарской области дети подготовились. Нарисовали рисунки. Семья Лентиных живет в Новокуйбышевске, у них 6 детей. Автор семейного портрета – первоклассник Иван. Самый главный помощник отца по хозяйству. Родители рассказывают, когда дети перешли на дистанционное обучение, возникли трудности. Главное – где взять столько техники. Раньше мы читали книжки, было проще, и сами, то есть искали все, а сейчас все в интернете. После каникул вышли, сказали, что будет онлайн-обучение, то есть будут видеоуроки с учителями. То есть, естественно, проблема сразу возникла, потому что надо было 5 учеников, и у 5 учеников, если будет вестись обучение онлайн, то у меня нет даже физически ничего такого. У нас один компьютер. Лентины и еще 5 семей, проживающих в регионе, получили ноутбуки, с помощью которых дети поучаствуют в региональном онлайн-проекте «Прокачай лето», где их ждут мастер-классы, флешмобы, брейн-ринги, викторины и еще много всего интересного. Дети в семье Лентиных смогут хорошо подготовиться к предстоящим выпускным экзаменам и поступлению в ВУЗ. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.